Оборудование весом в 1500 тонн провезут по красноярским дорогам. Реактор на специальных установках уже этой ночью проделает путь из села Кубекова в Творогово по трассе М-53. Оборудование будет доставлено на Ачинский нефтеперерабатывающий завод. Оно предназначено для модернизации производства. Ведь с 2016 года такие предприятия должны будут выпускать бензин евростандарта. Привезли реактор из Италии в Дудинку через Северный морской путь, а затем по Енисею в Красноярск. Несмотря на то, что груз очень тяжелый, компания-перевозчик заверяет, красноярские дороги не пострадают. Тележка, на которой будет вестись самый тяжелый реактор, она содержит 384 колеса. То есть ориентировочно вес, который приходится на одно колесо, 3,9 тонны. То есть это вес, который воспринимает каждое колесо большого груженного самосвала. Чтобы перевозка не повлияла на движение по трассе, реактор будут доставлять к месту назначения в течение нескольких ночей. И в это время трассу М-53 частично будут перекрывать. На всем пути будут выставлены дорожные знаки и дежурят дорожные полицейские. Этот реактор не последний, всего через наш город их проедет 4. Это груз будет первый, но еще будет 3 таких перевозки после, скажем так, 1 сентября. То есть берем небольшую паузу на, скажем так, школьные, организационные в связи с открытием школьного сезона перевозки детей. И после этого возобновляется перевозка уже более легких частей, ну, по тому же, собственно, маршруту и по той же схеме.